призвал Господь однажды 100 ангелов к себе, по лесенке на землю отправил их с небес, и принести оттуда Господь им повелел все лучшее, что только найдется на земле. По лесенке прозрачной, как звездные лучи, спускались осторожно 100 ангелов в ночи и разошлись, простившись, по весям кто куда, исполнить послушание, что сам Господь им дал. Вот 99 вернулись точно в срок, и принесли немало они земных даров, и ангел запоздалый принес подарок свой, лежала на ладони слезинка у него. Склонив главу смиренно, он Господу сказал: увидел я, как грешник молился и стенал. Молил он о прощении и плакал о грехах. И вот его слезинка теперь в моих руках. Была она похожа на райскую росу, и радовалась, глядя Господь на ту слезу, и молвил в умилении Творец и Царь миров: мне грешника слезинка дороже всех даров. Христос воскресе! Воистину воскресе! Здравствуйте, мои дорогие! С вами передача «Лавровские встречи». Я ведущий, священник Анатолий Першин. У нас много в гостях Светлана Копылова и Дмитрий Колтаков. Не могу никак запомнить. Но, думаю, уже к концу передачи выучу. Я, бачка, один раз даже тоже на концерте. И Дмитрий, и он мне подсказ, Колтаков. А на самом деле очень простая фамилия. Колтаков? Был Таков? Угу. Да, так говорили? Нет? Мы говорили о вашей книге в прошлой передаче. Конечно, об этой песне тоже можно было поговорить, но все-таки у меня остались вопросы. Во-первых, хотелось бы в вашем исполнении, вы говорите, что вы на концертах вот между песнями сейчас, вот, в последнее время, читаете какие-то главы из книги. Фрагменты, да, читаю. Фрагменты, да. Для того, чтобы люди примерно понимали, что, mm-hmm. что там. Ну и в исполнении автора это всем, видимо, по-другому, да, звучит? Ну да, и для того я и сделала аудиокнигу. Вы же понимаете, о чем говорите? Поэтому хотелось бы специально для наших телезрителей, чтобы прочитали хотя бы что-нибудь из этой книги. Такого адреса больше нет. Ну, слишком такое длинное мне не хочется что-то читать, а что-то коротенькое. Я, кстати, в своей книге, не скрывая, рассказываю в том числе и о пристрастии к духовнику. Очень многие, особенно новоначальные, с этим сталкиваются, и я тоже прошла этот путь. И мне хотелось бы прочитать про батюшку. Слава Богу, что я уже избавилась от этого чувства, и мы с батюшкой очень редко видимся, очень редко. Реже, чем хотелось бы. Но он в разъездах, я в разъездах. Ну, да. Был такой период. Вы знаете, все равно какой-то вот связь я чувствую. Наверное, это молитвенная связь все-таки называется. Вот. Муж мой пошутил: тебе надо было книгу не так назвать, а я и батюшка. То есть понятно, сколько страниц отведено
моему духовнику. Сейчас, благодаря гастролям, мне приходится часто встречаться с разными батюшками, и многие из них оканчивали семинарию в Сергиевом Посаде, где преподавал отец Артемий. Часто они рассказывают мне истории, связанные с ним в те студенческие времена. Особенно мне запомнились две. Однажды отец Артемий вел лекцию, а у него манера говорить такая убаюкивающая, что иногда можно и задремать, особенно если плохо спал ночи, сидишь за первой партой. Студенты, они в семинарии студенты, кто ж спит по ночам? И вот батюшка стал рассказывать, как Иисус Христос ходил по водам. И хотя это был чудесный и удивительный факт, никого из студентов он особо не удивил. И вдруг отец Артемий молниеносно взобрался на впереди стоящую парту и пошел, перешагивая со стола на стол. Понятно, что у всех сон как рукой сняло. Студенты ошарашенно смотрели на батюшку, а он с невозмутимым видом сказал: «Вот такими глазами апостолы смотрели на Спасителя, когда он пошел по водам». Еще одну историю рассказал батюшка, который сдавал отцу Артемию экзамен по русскому языку. Сев за стол напротив экзаменующегося, батюшка первым делом нащупал под столом его ногу и начал читать текст диктанта. В том месте, где надо было поставить запятую, отец Артемий надавливал на ногу студента. Диктант был написан без ошибок. Из комиссии никто ничего не заметил. Ну, вот такая зарисовочка небольшая. Здорово. И все-таки, ну, вы говорили о том, что с духовником вы сильно связаны, а вам приходится разъезжать, и мало увидите, но духовная связь существует. Но вы, конечно, и в этой книге, да, много у вас посвящено. Много про батюшку. Да, много. Достаточно. Я думаю, это все будет интересно и поучительно. Интересно. Ну, а что еще там, что могло бы вот привлечь внимание, ну, вот верующего человека? Есть какие-то советы, рекомендации? Вы знаете, я очень не люблю назидать, поэтому и песни я для песен выбрала форму притчи. И мне кажется, что вот именно своим рассказом, своим, может быть, примером, может быть, люди, прочитав что-то, научатся на моих ошибках и не станут набивать свои шишки. Я рассказала, как я впервые приехала в Москву. Ну нет, я рассказала, какой я была маленькой, как у меня не было папы, как я его мечтала обрести. Я рассказала о своих годах учебы в техникуме авиационном сначала, а потом в театральном училище, как я снималась в кино, писала для эстрадных исполнителей, как я шла к Богу. Угу. Конечно, первая часть – это, ну, абсолютно для светского, можно сказать, человека. И потом, когда я все-таки стала уже вот на путь духовный, я рассказываю свои восприятия, свою первую исповедь и так далее. Потом, как я стала писать песни. Ну, кому интересно, я думаю, что они почерпнут. Отец Артемий рекомендует эту песню вообще молодым людям, которые думают, куда им пойти, чем заняться в качестве вот как раз такого пособия, чтобы не наделать ошибок. Вы думаете, что она может кому-то помочь, да? Вот, человек вот едет в электричке, взял книжку Копыловой Светланы, прочитал, и что-то в нем думает: все-таки надо мне как-то в храм сходить, ближе к Богу быть. Мне было бы приятно. Может быть такое. Мне вот было бы приятно, если бы это было так. По крайней мере, песни такой эффект имеют, и многие об этом пишут. Хотя я не приписываю это к себе, а только возношу благодарность Господу за то, что Он через мои песни, которые, опять-таки, не без Его помощи пишутся, что-то разбудил в другом человеке, и человек, может быть, и к Богу пришел. Хочется, чтобы и книга тоже чему-то учила, чтобы она не была попусту проведенным временем читающего человека и меня как пишущего человека. Ну, задача такая, достаточно трудная. Я не ставила задач на самом деле, мне просто хотелось поделиться
рассказать о себе, если люди это хотят знать. Дай Бог. Ну, пришла пора песни следующей. О чем я мы хотела бы будем предложить петь? Песню. «Если б мама». Она тоже такая немножко автобиографичная. А там книжки-то есть про маму? Как же вы думаете? Да, много? Ну, я думаю, что достаточно. Угу. И фотографии там есть, и где я маленькая, мама на коленочках. Там целый блок, кстати, из фотографий. Такой приличный. Посмотрю сегодня обязательно. Полистаю, почитаю. Если б мама моя вдруг решила, что не надо на свете мне жить, ведь и время тяжелое было, и без мужа непросто родить, я бы к ней не прильнула щекою, крепко-крепко за шею обняв, и она материнской рукою не качала бы ночью меня. Если б мама моя вдруг решила, что помехой я буду большой, и в больницу на сутки сходила, и свободной вернулась домой, я б по лужам тогда не носилась, от восторга и счастья визжа, из просонок бы к ней не стремилась, чтоб в кровати ее полежать. Если б мама моя вдруг решила сердце стук оборвать моего, я полы бы в квартире не мыла и не делала бы ничего. Летним вечером после работы не сидели бы мы во дворе, а в свободные дни по субботам не купались бы с ней в ангаре. Если б мама моя вдруг решила, что прожить без меня бы смогла, то тогда бы я не полюбила и внука бы не родила. И на сцене бы я в свете рампы песни-притчи не пела бы вам, как теперь благодарна я маме, что тогда я осталась жива. Да, ну тут уже мало что можно добавить к этой песне. Все понятно. Мама. А сейчас мама ваша жива? Слава Богу, да. Слава Богу, да. Угу. Она радуется, ну, вот тем, чему занимается, беспокоится, как она? Ну, конечно, и радуется. Какие у вас отношения? Беспокоится. У нас очень доверительные с ней отношения, очень близкие. Она с вами или как сейчас? Она живет в Липовке, вот в том местечке, где мы восстанавливаем храм. Храм? И из Иркутска я ее вместе с моим папой, отчимом, перевезла туда. Угу. И они тоже помогают. Папа алтарничает, мама за ящиком свечным. Ну, у нас ничего семейный себе. Подряд. Здорово. Мы уже говорили в прошлой передаче, это уже давно было. Да, я уже не помню, говорили, да? Что-то было такое про ваш храм. А сейчас можно что-то поподробнее? Каком он сейчас состоянии? Что вот сейчас за эти годы произошло? С удовольствием расскажу. Да. 8,5 лет в общей сложности мы восстанавливаем с помощью моих зрителей. Угу. Я такого примера больше не знаю. Никто не помогает, кроме тех людей, которые любят мои песни. Угу. Либо они их слушают в интернете, и там есть реквизиты, куда перечислить. Угу. Либо на моих концертах я тоже рассказываю о храме и показываю видеосюжетик небольшой, где они могут увидеть, на что реально были потрачены те деньги, которые я в течение стольких лет собираю на каждом своем концерте.
Это храм удивительный во имя преподобного Сергия Радонежского, и находится он в имении поэта Сергея Бехтеева, которого называют царским поэтом, да, знаем, певцом Святой Руси, да, поэтом-пророком. И он действительно как будто бы знал, что будет с Россией, с царской семьей. И свои стихи, некоторые из своих стихотворений, написал специально, чтобы поддержать царскую семью в ссылке, и отправил через своих сестер, они были фрейлинами императрицы, в Тобольск. И царь Николай плакал, читая его стихи, а великая княжна Ольга, стихотворение «Молитва», «Пошли нам, Господи, терпение в годину буйных, мрачных дней, сносить народные гонения, пытки наших палачей», даже переписала своей рукой. Сергей Бехтеев был крещен в этом храме. Очень много стихов датируется именно вот Липовкой. И так распорядилась судьба. И, конечно же, это был Господь, а никакая не судьба. Да. Вот, что мне попалась в руки книга воронежского писателя Владимира Неверовича, в котором он описывал путь Сергея Бехтеева, и в конце были стихи. А он 11 лет собирал по крупицам его биографию. И вот я раскрыл эту книгу, и мой взор упал на черно-белую фотографию храма. И я не могу передать вам, что со мной произошло. Меня перевернуло. Я поняла, что я не смогу дальше жить, если я не помогу. А чем я могу помочь? Ну, какие-то небольшие пожертвования ничего не дадут. Нужно просто поднимать. Целенаправленное финансирование должно быть. Да, причем стабильное. И такая мысль мне пришла, вот, а что если обращаться к моим зрителям? Песней построить храм. Да, песней построить храм. И я взяла благословение и стала собирать. И вот за 8,5 лет храм, батюшка, восстановлен, да, освящен нашим владыкой Никоном. Прям чудо. Освящен, причем в 2014 году, в год рождения, 700-летия рождения преподобного Сергия Радонежского. Так вот распорядился Господь, и я думаю, что не без молитв Сергия Радонежского, а также Тихона Задонского, который был другом семьи Бехтеевых, который руководил строительством этого храма, который находил там отдушину в этом храме, потому что у него были сложные отношения с братьей, и когда он был на покое, ему не давали служить литургии в монастыре. И он настолько этот храм намолил, что когда туда заходишь, оттуда не хочется уходить. Все свидетельствуют об этом. И сейчас я все равно еще собираю, потому что мы приступили к росписи, расписали купол и алтарь. И в 2019 году храму будет 250 лет. Я очень хочу расписать именно вот к этой дате. Хотя сейчас очень трудные времена настали, кризис, и я это чувствую. Стали жертвовать меньше, и на концерты уже не так ходят. Но все-таки, может быть, даже пользуясь случаем, я скажу, что у нас есть короткий номер, и можно отправить смс-сообщение 3443 и написать слово «Липовка». Придет ответное смс-сообщение с просьбой подтвердить той или иной цифрой, и надо будет написать «Липовка» и сумму пожертвования. И подтвердить. И тогда с телефона эта сумма будет снята и отправлена на наш храм. Ничего себе, как у вас. Ну, есть, это... конечно, и на моем сайте все реквизиты, начиная от расчетного счета, то есть это можно сделать с какого-то предприятия, допустим. Есть и номер электронной карты, кому как проще. Город, какое-то чудо. Это чудо, батюшка, чудо. Это чудо. Ведь, знаете, и у меня такое ощущение, что Россия будет возвращаться на землю, наступит такое время. И вот такие храмы, они будут очень востребуемы. Когда приходишь, и к ним будут селиться уже селения и разрастаться, как центростремление такой вот храм. Будут такие времена. Пачка, но главное все-таки, вы знаете, вот у нас, конечно, храм почти построен, идут службы, все. Но я стала задумываться о том, что мало стен. Мало вот этой утвари, мебели красивой, да, дубовой, у нас приход резная мебель, мало икон. Важно все-таки построить храм в своей душе. Это самое главное.
Я сейчас тоже, значит, восстанавливаю храм. Но это пока на секрет, но тоже выдам. По секрету всему свету. Да, давайте расскажем, батюшка. Это храм в Сланцевском районе. Есть озеро Долгое. Василия там... Великого? Нет, Архангела Михаила. Василия Великого, то у меня здесь храм. А. Вот, и у меня уже владыка служил. В общем, он уже функционирует. Это вот про второй храм. Мы в прошлый раз рассказывали. Второй храм, да, второй храм. Понравилось вам храмы восстанавливать, батюшка? Да, это движение. Это движение, это всегда ты в каком-то таком вдохновении находишь. Мне самой понравилось строить. Да. Мы уже трапезны построили. И я прям вот уже вникла во все это, уже разбираюсь кое-что. Ну, это движение. Я вообще по натуре первопроходец. Вот. А там уже поселенцы придут, и они все, что надо, сделают. Но там есть народ? Нету. Но будет. У нас тоже очень маленькая село. Будет, и уже многие собираются туда переезжать. Вот, там было явление Божьей Матери. В общем, там много интересного, очень интересная история. Ну, как в любом нашем глубинке, как начинаешь там копаться, там и этот, и этот, и этот, и битвы, и князья, и царская семья там построила храм, но его местные жители после революции разобрали. Успенский храм на месте явления Божьей Матери. В общем, интересные ходы были, большие, громадные ярмарки по 5000. Вот, по 5000 собиралось народ на ярмарке. Места красивые, хорошие. Вот. Очень жалко, что сейчас нет той старины, да? Хочется окунуться, хочется, хотя бы, да, на денечек, посмотреть, как это было. Очень хочется, очень хочется вот это погрузиться и вот немножко вот это все забыть, как бы. Недавно мне на Ютубе попались кадры старой Москвы. И я с какой-то ностальгией, как будто бы я сама оттуда, я там как будто бы жила. Кони, тележки, люди там, ну, я не знаю. Вот туда фотографию бы так раз проникнуть и походить бы так там. Так это видео. Это даже видео было. А, видео, да. Такие кафтаны, сюртуки, снег, сугробище в Москве вообще. Если бы еще песня была про это, что у вас там дальше? А у нас наоборот, не про сугробы, а у нас наоборот ночь вешняя. Ночь вешняя. Ночь вешняя, ну, весна, да, на дворе. Да. И песня новая, из нового альбома, который я планирую, а там как Бог даст, выпустить осенью. И вот я хотела бы сегодня эту песню для наших телезрителей исполнить. Да, спасибо, Господи. Для человеческой души столько вот тишины, покоя, вот, молитвы, творчества. Но люди начинают с возрастом тишину и покой как-то воспринимать. Ну, тянуться, стремиться к этому. По молодости хочется в Москву, в мегаполис. Да, время собирать камни. Да? Да. Пришла. Как я приехала в Москву, тоже описываю. И меня там тут же, сразу же развели на деньги. Сразу же. Вы просто сделали взнос просто. Наверное. Ночью вешней я хотела бы, конечно, быть всегда в согласии с собой, чтоб гореть мне яркой свечкой, пропишу в душе навечно я надежду, веру и любовь. Ночь вешняя гонит прочь души сомненья, дождь солнечный в тысячах свечей. И верю я, что Христово воскресенье ночь вешнюю сделает светлей. Каждый день, что мне подарен,
Я прожить хочу недаром и боюсь чего-то не успеть. Но судьбы рисуя звенья, мне бы ластиком забвенья благодарность к Богу не стереть. Ночь вешняя гонит прочь души сомненья, дождь солнечный в тысячах свечей. И верю я, что Христово воскресенье ночь вешнюю сделает светлей. Сомненья, дождь солнечный в тысячах свечей. И верю я, что Христово воскресенье ночь вешнюю сделает светлей. Ночь вешняя гонит прочь души сомненья, дождь солнечный в тысячах свечей. И верю я, что Христово воскресенье ночь вешнюю сделает светлей. И верю я, что Христово воскресенье ночь вешнюю сделает светлей. Спасибо, Господи. Я, знаете, желаю вам пасхального настроения круглый год. И вот. Я вам тоже, батюшка, и всем нашим дорогим телезрителям. Да. Что вот оно, что самое главное. Христос воскрес, да? Да, чтобы весна была в душе. Если бы не воскрес Христос, все было бы, был бы полный мрак. Ничего бы не было. Вот. И, ну, и творчество, и еще новых песен, новых книг. Тоже, и вам тоже новых песен. Спасибо. А может быть, вы все-таки напишете воспоминания свои? Ну, хорошо. И постараюсь. Подумаю над этим. Как-нибудь на досуге. Сейчас все время бежишь. Как вот только вы время же говорите, нашли. Что сейчас есть специальное приложение, да, вы читаете, да. А оно уже печатное. Можно даже, да, за рулем вид. Едешь, и все. Оно, да. Там немножко подкорректировал. Конечно. Ну, ладно. Мы прощаемся. Вот. Боже, всем помощи, мои дорогие. Как мы уже говорили, пасхального настроения круглый год, и ангел-хранитель на всех ваших жизненных путях. Спасибо, Господи.